Привет, меня зовут Катя Леев, и хочу вас познакомить с моей новой игрушкой. Это мраморная лиса. Вдохновилась я в интернете ее картинками и вот сделала в результате. Пасть у нее можно открывать и закрывать. Закрывается до конца, открывается вот так же, может фиксировано быть в любом положении. Глазки стекло, нос запекаемая пластика. Ушки армированы, можно менять положение. Хвост армирован, тоже можно гнуть. Лапки на шплинтах крутятся. И все лапки гнутся, их можно сгибать, то есть она может стоять, лежать, сидеть, ну, в общем, как вы хотите. Голова соединена с телом с помощью скелета, поэтому также она может вот вертеться в разные стороны. Сделана из качественного искусственного меха, приятного на ощупь. Внутри синтепон, никак я ее не утяжеляла, она и так, в принципе, достаточно тяжеленькая. Вот подушечки на лапках из натуральной кожи. И коготки на лапках из запекаемой пластики. Тонировано с помощью аэрографа. Вот такая вот девочка у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Все, всем пока!